студії «Нового дня» завітала майстриня Ольга Ткаченко. Вітаємо вас. Добрий день. Як ми вже бачимо, погоді на нашій вулиці можна не вірити, тому що прийшла весна, тому що холод досі ще тримається і необхідні ось такі аксесуари для наших жінок. Це ж капелюшки, шляпки, беретики, шапочки. Все це є різноманіття на миколаївських ринках, магазинах, але для дійсно цінувальників якогось шедевру, чогось стильного, те, що буде підходити і пасувати саме вам, можна зробити капелюшок саме для вас своїми руками. Тож, Ольга, вам слово, що необхідно для того, щоб зробити гарний капелюшок. Вот мы приходим покупать себе вещь и думаем, ну сколько ж там ниток нужно? Совсем немножко. Ну вот, ну как бы набрать петли все умеют, вязать ровное полотно, думаю, тоже. В школе научились. Тоже. А вот как закрыть эту шапочку для того, чтобы было красиво? Вот открываем ее внутри, а тут какие-то швы. Ну, так, я думаю, с тим стикалась кожна дівчина, тому що... Что сделать и дальше, мы не знаем. Я предлагаю такой способ, очень простой, закрывать петли. Значит, можно просто закрыть и сделать вот такую квадратную шапочку. Квадратные шапочки зараз у тренде. Да, можно закрыть ее не просто ровной линией, а можно закрыть в виде икса. Мені навіть невеличку зірочку нагадує. Зірочка. Вона дуже красиво смотрится на дітках. Навіть взрослим теж, я думаю, буде цікаво. Є варіанти навіть беретику у нашій студії зараз. Також дуже гарний варіант. Я бачу, що навіть крючечком в'язані. Да, это, конечно же, посложнее. А вот самый простой способ для того, чтобы связать простую, красивую, один з таких варіантів зараз елегантную, у нас є. Да, шапочку. И мне очень нравится этот градиент цвета, потому что это один все моточек. Я хочу сказати, що досить по-весняному, хоча й нема весняного тепла, але додати яскравих фарб у наше життя хочеться за допомогою, наприклад, ось такої шапочки. Так, і кому який цвіт підходить к лицу, такий ви вибираєте в основі, тобто таким цвітом ви набираєте петлі внизу. Если вы светлого типа, вам подходит зеленый, да? Вы более смуглый, берете более яркие. Вот что нам нужно сделать? Нам нужно взять обхват головы. Угу. Да? В принципе, у взрослых это 57-58, ну, практически у всех. Ну, у мужчин там 59-60, да? У деток 50-52, ну, это вы можете сделать. Я беру полотно и его ширину 50 сантиметров. Угу. То есть я даю вот эту свободу, видите? На растягивание. Да, потому что мы будем делать ее достаточно высокой. Угу. Шапочкой, потому что мы будем закрывать простым способом, очень-очень простым способом. Але я бачу, що він дуже акуратний і швів зовсім не видно. Хочеться подивитися. В чому особливість? Середини зовсім не видно. Як я сказала, 58 см охват голови, ми набрали 50 см і в'яжемо полотно висотою, ну як вам подобається. Зараз ж дуже модно шапки чулки, шапки получулки, даже просто как у буратин длиннючие шапки. Высота нашего полотна для стандартной шапочки 20 сантиметров. 20 сантиметров. Это будет очень нормально. Что мы дальше делаем? Вот мы вывязали ровное обычное полотно. Угу. Дальше мы берем, переворачиваем это полотно и делаем, что мы делаем? Каждые две петли вместе. Але цева сторона у нас залишається всередині. Да, то есть, нет, на лицо. Ми в'яжемо на лицо, для того, щоб не було цього всього, ну, всього видно. Вот у нас дві, знову, дві, знову, дві. І вот так от ми доходимо до кінця. Здесь у мене 100 петель, тому що спиці 2,5 – це тонкі. Ну, ниточка більш тепленька, і вона кажеться такою плотненькою. Не зовсім... Не совсем вот тут прозрачный. И вот так мы делаем 2, и 2, и 2, и 2, и все до конца. Угу. И уже у нас полотно уменьшается. Так, действительно. Достаточно хорошо уменьшается. Следующий ряд мы провязываем изнаночный, как обычно. И снова 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. И отшаргуем. Да, да. И лицевые по 2, а изнанка, как звичайно. А, как обычно, да. Кому удобно делать 2 по изнанке, делай 2 по изнанке. Никаких проблем. То есть один ряд мы делаем каждые две петли вместе, следующий ряд мы делаем обычный. Снова две петли вместе и делаем... То есть вот у нас здесь 100 петель, а мы должны выйти на 10, 12, 14.
То есть ви вже будете видіти по верху шапочки. Як я розумію, рядів 10 варто прив'язати, щоб воно звузилось. Да. Да. То есть 10, 5 будет. 5. Вы поняли? То есть, угу. Вот, если шапочка она маленькая, то здесь должно быть меньше петель. Угу. А если шапочка побольше, то здесь может быть и больше петель. И будет вот такая вот красивенькая вот. А ось коли ми прив'язали, і в нас наприкінці вже залишилося декілька, що ми робимо потім? Ми просто його зшиваємо? Стягуємо всі петлі на іголочку, і все, стягуємо. Їх залишається небагато, ми їх поєднуємо, і тут зшиваємо. І далі один бокс ми зшиваємо. Угу. І виходить у нас ось така шапочка. Да. Що ж, зрозуміло. Оля, до вас як до майстрині в мене питання. Ми бачимо, що дуже багато різноманітня шапочок. Що зараз обирають миколаївці? Ой, вы знаете, это сейчас у нас вообще отдельный разговор, может быть, даже от и до, от кардинально темных тонов, вообще черные, обычные черные, и до кардинально белых. Но сейчас очень интересны вот эти градиенты. Градиенты могут быть разными. А в одном мотке то... может быть, как я вам говорю, вы смотрите просто внимательно на можно этот моток. Можно сделать из одного мотка три разные шапочки. Да. Три разные шапочки. Можно, кроме того, добавлять угу. в ниточку. То есть вот у меня черная ниточка и желтая. Вот я их вместе соединила, получился такой, как званый меланж. С кольором можно экспериментировать. Как я вижу, можно поєднувати техники, спицы и крючок. Сделать невеличку прикрасу для шапочки. Да, точно так же закрыт вверх. Угу. Как вроде маленький берет. Но эта шапочка вязана без швов. Угу. То есть я ее набрала на круглые спицы и здесь соединила. Угу. И вот так вот двигала. Для этого нужны специальные спицы. Они 40 сантиметров. Это я вязала на 4 спицах. Обычных носочных, просто у меня их было больше. А вот такие беретики? А это крючком. Угу. Мы вяжем как обычную салфетку. Начинаем с центра. И дойдя до определенного диаметра, вот который нам необходим, угу. это кому как нравится. Кому-то очень достаточно нравятся, которые висячие такие шапочки. А кому-то нравятся вот более маленькие. Вот, обычную салфетку. Потом мы поднимаемся ровным, ровным полотном, ничего не увеличиваем, не уменьшаем, ничего, ровным. Двигаемся буквально вот 10 сантиметров, это может быть 5, в зависимости от того, какой вы сделали диаметр. Що ж, я думаю, що сьогодні ви розвінчали міф того, що робити капелюшок для себе складно. Як я розумію, це простіше простого, і будь-яка модниця може зробити собі капелюшок до власного смаку. Хотілося б також дізнатися для ось цієї погоди, яка зараз весна, яку пряжу ви рекомендуєте? Я завжди взагалі за натуральні. Нітки завжди. Це в чому плюс? Во-первых, ніяких алергій, ніяких нету... дискомфортов. Угу. Это может быть кашемир, это может быть обычный акрил с добавлением шерсти. Акрил, он тянется. Угу. И вот он ложится играючи. Вот, понимаете, получается как живое, живое полотно, вот я его называю. Вот шерсть. Шерсть более такая. Ну вот, вот больше она. Статично. Да, больше такое четкое полотно. Що ж, дякуємо вам, дякуємо нашій майстрині. Я думаю, що зараз усі миколаївські майстриньки, які хочуть зробити собі гарний аксесуар, можуть бігти за пряжею.